Всем привет! Продолжаем проходить игру Rally Sport Challenge. Сегодня у нас чемпионат под названием Rally Cross Sprint. Из названия понятно, что это будет что-то типа ралли кросса, то есть гонки по, ну, на кругах, так сказать, то есть гонки по кругу. Так, какие тачки нам тут доступны? На каких мы не ездили? То есть у нас Saab был уже. Astra, Ford Focus Rally Cross, Xara, Eva 6.5, в смысле 6.5. Значит, 6-й Эвик. Impreza Hill Climb доступна. Delta Integrale, Sky. Ну и дальше недоступно. Ну давайте, давайте Sky возьмем. Sky прикольный, мне кажется. Так. Вечер, небольшая облачность, 75% гравия и 25% бетона. Длина круга 1,6 километра. Поехали. Против нас там Ксары, Астры и Саап. Я так понимаю, это уже Ксара, которая не моноприводная, то есть полноприводная. Колеса какие-то странные, как будто для асфальта, блин. Низкопрофильные. Чё, разбил? О, асфальтик. Или как он здесь называется, бетон. Так, а сколько кругов? А, 5 кругов. Так, лучший круг у нас за 41 секунду. Там кто-то что-то сказал, но я не понял, что. Ой-ой-ой, начали рассаживать машину. Сколько мы там едем-то вообще? А, 200. Странно, конечно, автомобиль мощностью 1500 лошадиных сил. Ну давай, ёб твою мать. Вот это, конечно, попадос. Так, надо догонять. Езжай. Чуть ли не остановился, блин. Так, первого делаем Saab. Четвертый круг пошел. Притормозим. И газу. Не обогнал. Уехал. Я, по-моему, его убил вообще. А, не, уедет. Давай, 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 давай. Опа. Прям по-японски заходим. Перекрестить, может быть. Хотя нет, не получится. Здесь только если по внутренней. Блин, второй. Там прям отставание от нас, получается, сотая секунды. Но ничего страшного. Следующая трасса. Приозерное кольцо называется. День солнечный, 61 гравий, 39 бетон. 2,5 километра круг. Вроде как, я понимаю, это круг. Довольно быстрые ребята.
Знаю трассу, она в зеркале только, я ее обычно еду. Как это возможно? Ох, все, пошивал. Скорость здесь особо такой нет. Больше, наверное, я не знаю, что здесь значит мощность в этой игре. Она вообще что-то значит. Но, скорее всего, такая мощность нужна именно для того, чтобы... Ну, вот эти вот хилл-клайм заезды. Был разгон большой, быстрый, наиболее быстрый. На тоненького прямо. Ну, честно говоря, по мне хилкам, эти ралли-кросс мне не так интересен. Но, в принципе, так-то неплохо. Чисто посмотреть бы зрителям, я бы, может, и сходил. Хотя и поучаствовать в настоящем тоже, конечно. Интересно. Но вот в игре это такая себе тема. Ну, теперь у нас уже отрыв 5 секунд. 225 мы разогнались. Так, теперь у нас трасса Оленьего парка. 1,8 километра, 53 гравий, 47 бетон. Небольшая облачность. Я смотрю, мы все трассы как-то против по часовой едем. А, так это же, подожди. Это же первая... трасса, которая у нас тут была. Да? Что-то я не пойму. Вот здесь хороший поворот, асфальтированный. А вот это может быть плохим поворотом, потому что не асфальтирован. Ну да, да, это первая трасса, которая была в этом чемпионате.
Просто мы теперь в зеркале едем ее, и может быть она, конечно, чуть изменена. Не пойму пока что. Сейчас разнесу всю. Благо, игре пофигу, какие у тебя повреждения. Машина все равно едет как ужаленная. Ой-ой-ой, перекрутил. Скорость большая очень, мне кажется. Первый. Так, 3 секунды. Отрыв. Сааб что-то на последнем месте топчется. 15% разбили. Ничего страшного. Отличная езда. Вы победили в соревновании. Короче, типа 3 трассы. Общий бонус за место 3000 очков. Следующий у нас будет чемпионат Alpine. Alpine, как читается, не знаю, Masters. Я так понимаю, что-то восхождение, еще что-то. Типа того, но уже в следующем видео. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте оставить комментарии. И увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока.